Привет, друзья! В этом видео покажу, как вывести деньги со счета Тинькофф Инвестиции. Как пополнить? Понятно, в принципе, вот кнопочка «Пополнить» здесь есть, и это легко сделать. Ну вот, как вывести деньги, почему-то поступают вопросы. Давайте покажу, как это сделать. Тоже очень-очень просто делается. Вам нужно, во-первых, продать какие-то акции, да, если они у вас были куплены. То есть вам нужны, самое главное, свободные деньги. Возможно, у вас есть уже свободные деньги в рублях. Вам нужно листнуть в самый низ до пунктов валюты, и вот здесь есть у меня рубль, доллар, у меня что-то в рублях, что-то в долларах, ну вот рубль, например, у меня 55 рублей. Нажимаю на рубль, и здесь есть кнопочка «Вывести». Нажимаете сюда, здесь откуда брокерский счет, куда счет Тинькофф Блэк, сумму можете ввести, там, например, 50 рублей, да, и нажимаете «Вывести». Если же у вас такого нет, то есть бывает такое, что люди не могут найти и эту кнопку, заходите в приложение Тинькофф, просто вашей карты банковской Тинькофф Блэк. Вот здесь нажимаете на свой счет Тинькофф Блэк, нажимаете «Пополнить» с карты другого, нет, с моего счета в Тинькофф, вот здесь. И вот здесь вы можете выбрать счет. Например, это брокерский счет. Вот вы как раз можете с брокерского счета пополнить в рублях, в долларах или в евро. В зависимости от того, сколько у вас рублей, долларов или евро. Например, это там, 5 рублей. Также нажимаете на кнопочку «Перевести». Налог 0%, 0 рублей здесь написано. Нажимаете «Перевести», и все, у вас деньги переведутся с брокерского счета на счет Тинькофф Блэк. Вот так можно тоже просто вывести деньги. Вот несколько, что тут летает, несколько способов того, как вывести деньги с брокерского счета Тинькофф Инвестиции. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на этот канал. Всем удачи, всего хорошего. Пока.